Ребят, всем большой привет, меня зовут Раиль Арсланов. Добро пожаловать на мой второй канал, которому уже больше 10 лет. Именно здесь я выкладывал свои самые-самые первые ролики. Можете прокрутить в самый низ и посмотреть. Сегодня я вам хочу показать реакции, которые не вошли в основной выпуск на моем основном канале Хижина Музыканта. Все, что вам нужно сделать, ребята, это поставить лайк, подписаться на канал, давайте уже добьем 100 тысяч подписчиков, обязательно включите колокольчик и напишите любой комментарий, я их обязательно все прочитаю. Приятного просмотра, погнали! Здравствуйте! Здравствуйте, как дела? Отлично у вас. Ой, вы на гитаре играете? Ну, чуть-чуть, да. Классная подсветка, вот... прям по-блогерски. А, спасибо большое! Какую песню хочешь? Сыграть что-нибудь? Могу. Пожалуйста. Какую песню? Не знаю, какая вам нравится. Да. Ну давай, что-нибудь такое зимнее, наверное. Давайте. Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, Levi's. Простой макияж, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Откуда ты тут взялась? О, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Хлопья летят на мир, всюду магия и свет. Ты чё тут одна, привет? Пойдем на парад планет. Я дам тебе теплый шар. Там в космосе Холланда. Встречаем рассвет, укутан жизнь в облака. Очень красиво. Да? Я просто тоже сама играю. Хотела посмотреть. Это очень красиво, правда. Спасибо. Значит, ты разбираешься, да? Ну, я не на гитаре играю, а на укулеле. Вау. А она у тебя рядом? Может, ты да? сыграешь что-нибудь? Сейчас покажу. Вот такая вот, ну, маленькая. Ну, конечно, она маленькая. Сыграй. А ты умеешь петь? Спой что-нибудь. Ну, сейчас я только наушник отсоединю, а то не очень удобно так. Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, настолько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. И опять прошу, я тоже не вывожу. Великолепно, у тебя голос просто прозрачный такой, чист. Спасибо большое. Это Раиль Арсланов, блядь, привет. 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 Здорово. Совы. Я смотрел у тебя видосы. Да. Чё хотите, чё сыграть? Ну давай что-нибудь прикольное. Я у тебя ругань из-за стены учил. Бля. Когда-то было, да, но я сам ее забыл, видишь. Столько песен было всего. Ну, да, так, ну, Мияги, ну, может? Мияги? Давай. Замкнутыми стенами давила та печаль. Коли неведом, налегая, налетай. Силы забирала, забирала, саншайн. Но мне тебя мало, моя бэйби, давай достанем до звезд. Так это потому, музыку, любовь не отдам никому. Крикета теплом раздувала пожар. Огради меня, мелодия, от этого кошмара. Но мы вместе, не бойся, come on, come on, не беспокойся. I'm a fireman, fireman, fireman. You my pretty woman, come on, come on. I'm a crazy soldier, it's our war. I'm a crazy soldier, it's our war. I'm a fireman, fireman, fireman. You my pretty woman, come on, come on. You my pretty woman, come on, come on. Нормально, в ритм. Спасибо. Красавчики. Ну, выпуск попадем, что ли? Ну да. Эй, здорово, брата. Здорово. Как дела, брата? Отлично.
А ты как? Отлично. Супер. Ты из Нидерландов? Нет. Я из Индонезии. Ты знаешь Индонезию? Да, да. Я учу русский язык. А, поэтому ты здесь, да? Да. Ты знаешь? Да. Ну, у нас не совпадет, не совпадет. Окей. Давай. Смотри. Красава! Давай теперь я, да? То же самое. Окей, ты сыграй, давай. Давай. Let out bombs, bring your friend, it's fun to lose and to pretend she's overboard. Myself assured, I know, it's dirty war. Ты очень-очень крутой, прикольно. Спасибо, ты тоже хорошо играешь. Учи русский, приезжай к нам. Окей, респект. А чё у вас дискотека до сих пор, Новый год уже закончился? Рыбий глаз? Откуда у вас рыбий глаз такой? Я заказала. С Алика? Нет. С Валвис. На него даже клип можно снять. Давайте снимем клип. Давай. Какую песню будем петь тогда? Это, знаешь песню «Юность»? «Старость моя» знаю, да? Вот это что ли? Сейчас. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом молю. Ставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Амбуку мою вигу варит до утра. Это старость моя, это старость моя. Молодец. Ну спасибо, прям засмущали. Да ладно, чё ты. Чё расскажешь интересного, чтоб я прям удивился? А что сказать? Мне понос. У меня понос? Кот есть. Кот есть. Интересные факты. У одной понос, у другой кот. Ну, нормальная история. Понос, ты что, угораешь? Ты хочешь сказать, мне послышалось, да? Я вообще, я сказала, что окрошка. Окрошка у тебя есть? Да. Откуда понос? Что, в глазах понос? Ты сказал понос, я 100% слышал. Стой, подожди, ты что, блогер? Ты снимаешь куда-нибудь? Почему? С чего ты решила? Не, просто, типа, странно такой, типа, странный, ну, типа, странный. Ты странный. Я странный, значит, я блогер, да? Ну, блядь, да. Не, я просто книжку веду, записываю здесь всех. Я инспектор чат-рулетки, знаешь, Ли. Так что давай, диктуй свой номер и Инстаграм. Ага, сейчас. Ты руки-то помыл после поноса? Не у меня, у нее. Да. Я крошка, а не понос. Офигел? Я же тебя переключу. Ну, ладно. Сейчас я напишу. О, чуть не откусил тебе руку. Не откусила, видишь, целая. Это, короче, не знаю, чья-то тапка она взяла. Грызет теперь. Ты осторожнее, она вон какая боевая. Ой, разыгралась, да? Ой, ты чё? Чё ты меня кусаешь? Ты, блин, сюда подошла? Чё кусаешь? Опасная собака, да?
Ну, на людей кидается. Ну, не так сильно, но может укусить хорошо. Если вы, ребят, хотите играть и петь, как я, прям любые песни, которые заказывают собеседники в чат-рулетке, на улицах, где угодно, в кругу друзей, то просто проходите мои видеокурсы по гитаре и вокалу. Все свои знания, навыки, фишки я изложил в этих видеокурсах. Они находятся в описании под видео. Если понравился выпуск, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Пообщаемся в комментариях, пишите вопросы, буду отвечать вам. Ну и до скорых встреч, всем пока!